как открыть финансовый поток. Я вам сейчас отвечу таким очень емким сообщением, вот, чуть-чуть заикаемся. Ну, во-первых, можно действительно захотеть это сделать и прийти ко мне как минимум на законы денег. Вот, давайте я вам моргну, да, скажу, потому что типа просто потра-ля-ля. Но я вам сейчас скажу самый главный, как бы, секрет, которым мы занимаемся. Вот знаете, если у вас лодка с пробоинами, вот с пробоинами, то спрашивать, в общем-то, о том, как догрести куда-нибудь там, переплыть океан, ну, такое дело очень странное, потому что ответ очевиден, нужно закрыть пробоины. То же самое, если у вас нету денег, значит, у вас есть энергетическая течь. Что-то в вашей жизни, в вас самих, в вашей энергии есть такое, что не дает вам эти деньги удерживать. Абсолютно ко всем людям приходят одинаковые возможности, одинаковая возможность заработать, ну, там, безмерное количество денег. Вот абсолютно. Просто есть люди энергоемкие, у которых с этим все ок, а есть люди, у которых много течи. Очень много, как то, что мы называем негативными убеждениями финансовыми, негативными программами финансовыми, и вы даже себе не представляете, очень часто мы их не видим. То есть даже не очень часто, мы их обычно не видим. Если вам кажется, что у вас все ок, всегда смотрите на факт. Если в карманах пусто или если есть проблемы, это говорит о том, что у вас есть прежде всего проблемы, которые необходимо устранять. А вот как устранять, это уже, пожалуйста, мы приходим на программу и работаем. Даже объясню вам почему. Не потому, что мне жалко вам об этом рассказывать так, а потому что у человека есть такое свойство, что ему, когда что-то просто рассказали, он кивнул головой, сказал, я знаю, и ничего не сделал. И вот в этом и есть как бы самая большая опасность. В принципе, вот если говорить про бизнес, то любой бизнес начинается с описания целевой аудитории. То есть, когда вы описываете, для кого ваш продукт. Но у 95% предпринимателей в этом ошибка. Потому что они описывают, предприниматели описывают, кого они хотят видеть клиентом, а не того, кто на самом деле является клиентом данного продукта или данной услуги. Вы можете 1000 раз описывать, например, себе партнера, какого вы хотите, но вопрос в том, кому вы соответствуете. Вот в бизнесе также вопрос не в том, кто вы хотите, чтобы ваш продукт покупал, а в том, на кого этот продукт тянет. Вот и в жизни точно так же со всеми остальными вопросами. Понимаете, нам кажется, что, ой, да это все понятно, это я все знаю. Когда человека спрашиваешь, для кого твой продукт, он говорит, ой, ну у меня, значит, там богатые женщины возраста 20-50 лет, и для мужчин тоже подходит, вообще он для всех. Все, вы стратили, вы умерли, вас как бизнес можно хоронить. Вы не сможете ни настраивать рекламные кампании, ни черта не сможете, вы разоритесь, потому что это вообще ни про что. Это такая жадность называется, я для всех это все, вы закрылись, вот прям можете не открываться. Вот, и контекст понимания того, что вам говорят, когда вам кажется, что это очень просто, на самом деле вы должны понимать, что это просто слушать. А вот когда ты начинаешь это делать, оказывается, что там есть миллион вещей, и ты понимаешь их не так. Так вот, с денежными программами такая же история. Люди говорят, ой, да нет, у меня все окей, это я уже все слышал, я там это прочитал статью в журнале, я у вас был на бесплатном вебинаре. Ни хрена это не работает. Нужно приходить, платить деньги. Платить деньги для чего? Для того, чтобы у вас перед самим собой была ответственность, да, я отдал деньги, для меня это было непросто, я отдал те деньги, которые я зарабатывал, то есть, например, я целый месяц делал какое-то дело для того, чтобы эти деньги отдать за это, соответственно, мне нужно получить какую-то пользу, да, обидно отдать деньги и никакую пользу не получить, вот именно поэтому программы нужно покупать, и их нужно прорабатывать очень тщательно и очень внимательно. Вот такой вам дам ответ. У вас есть множество, скорее всего, каких-то программ, которые не дают вам деньги эти получать. Устраните течь, и ваша лодка будет полная и сможет доплыть туда, куда вам нужно.